Во всех информационных лентах Якутии и Бурятии прошла новость об открытии главного дугана – якутского датсана. Эта новость очень важна для буддистов, потому что сам Будда Шакьямуни предсказывал, что его учение, зародившись в Индии, будет постепенно распространяться на север. Строительство датсана в городе Якутске началось в далеком 2009 году по инициативе буддийской общины «Лотос», зарегистрированной в столице Северной Республики молодым священнослужителем Дандар Ламой. Ему тогда здорово помогла Эльвира Намсараевна Сотникова, впоследствии ставшая руководителем бурятской общины Якутии. Ночами писали в офисе устав буддийской общины «Лотос» города Якутске. Всячески переписывали, дописывали. Вот в июле мы уже получили документы государственной регистрации. Я уже с этим суставом, с копией регистрации пошел к Валерию Пурбуевичу Даржиеву. Валерий Пурбуевич Даржиев в ту пору работал заместителем мэра города Якутска. Молодой лама рассказал о мечте построить датсан, следуя завету Будды Шакьямуни. С этого момента начались поиски подходящего участка земли. Мы землю выбирали лично с Валерием Пурбуевичем Даржиевым, если сейчас не ошибаюсь, в 2007 году, однако. Мы ездили, смотрели вместе, вот выбирали, он меня спрашивал, подходит, не подходит по канонам нашим. Но я говорю, вот эта земля вот идеально подходит, как бы и в городе она, и как будто и не в городе одновременно. Заметили, да, тут и лес сразу, и подойдем рядом, чистое место. Земля под датсан должна быть чистой, чистой в смысле сакральном. Сергелях – так называется место, где стоит сегодня самый северный датсан мира. В переводе с якутского слово «сергелях» означает «место, где установлены коновязи» – СРГ. Кстати, на бурятском языке название звучит достаточно похоже – СРГТ. А затем была длительная двухлетняя переписка, хождение по кабинетам, согласование с государственными органами, разработка проектов, составление смет, поиск и сбор средств, получение разрешения от официальных организаций. На всех этапах помощь оказывали земляки. Параллельно мы начали делать, заказали Якут-Граждан проект, просили, чтобы вот нам нужно здание, чтобы стояло на века. Я всю проектную часть организовала. Работал наш Якут-проект. Валерий Пурбуевич договорился с нашим генеральным директором о взаимопомощи. Он дал наш генеральный работать на технике, на всех программных системах нашего института. И я просто как главный инженер проекта организовала самых наших ведущих специалистов. Строительство любого объекта в Якутии – это несоизмеримо большой объем затрат и вложений, чем в Бурятии, например. Главное, конечно, заслуга – это Валерия Пурбуевича Даржиева, человека, который сумел на свои средства построить такой огромный датсан. И мы прекрасно знаем, что строительство такого дугана здесь, особенно на Вечном Языке, это гораздо больше тяжелее, чем любые дуганы, которые мы строим в Бурятии или в других местах России. Это уникальный подвиг. Это богатство в душе человека, это стремление, это желание. Но мы должны быть рады, что такой человек, как Валерий Пурбуевич Даржиев, родился в нашем народе и живет. Спасибо ему. В день открытия Сокчен-Дугана якутского датсана Хамбо-Лама встретился с главой республики Саха-Якутия Егором Афанасьевичем Борисовым. И мы имели часовую беседу. Во время этой встречи было обсуждено много вопросов. Особенно мне понравилось, что глава Якутии говорил, что сохранение самоидентичности, сохранение культуры, сохранение вот своего языка, традиции, культуры, вот это, по этому беспокоится, проявляет огромный интерес и желание. И у него есть возможность, потому что он глава Якутии. Это вот особенность, вот, что глава Якутии
думает о своем народе. И мне было очень, как бы сказать, приятно слушать, потому что мы занимаемся у себя в Бурятии, сохраняя язык, традиции, культуру нашего бурятского народа. И когда я слышу, как глава республики говорит с такой душой, с такой желанием, с таким стремлением, было приятно. На церемонии официального открытия присутствовали члены правительства, Илтумена Республики Саха-Якутия, а также городского совета народных депутатов. Это первый датсан, который будет функционировать в Республике Саха-Якутия. И тем более мы знаем, что это самый северный датсан в мире. Это тоже на это событие накладывает такой значимый отпечаток. И для меня лично оно знаково тем, что 5 лет назад мы с Даржиевым Валерием Пурбыевичем, мэром тогдашним, Заболевым, открывали, как церемония золотой сваи вот этого датсана. Поэтому я считаю себя каким-то образом привязанным к этому событию. Это будет местом единения духовности и, собственно говоря, развития культуры вашего народа. Так у нас сегодня первичная духовность народов, проживающих в Республике Саха-Якутия, ниже наши экономические планы. Дело в том, что все-таки сегодня мы растеряли очень многое в советское время. Постсоветское время, конечно, у нас было очень сложно как-то к этому перейти, но сегодня у нас и глава Республики Саха-Якутия, правительство, они поняли, что все равно духовность первична. Мы очень благодарны жителям Якутска, Саха-Республики Якутии, в том, что они поддержали и поддерживают строительство датсана, и будем надеяться, что и дальше будут поддерживать. Поэтому то, что мы, маленькая делегация, приехали с Республики Бурятия, с Алгинского района, мы очень рады. Строительство велось методом народной стройки с помощью добровольных пожертвований и участия множества людей разных национальностей со всего мира. Я как житель города Якутска внесла свой какой-то маленький вклад. Валерий Пурбуч Даржиевич очень большой вклад внес в постройки нашего датсана. Человек с большой буквы. Назвал строительство буддийского храма на земле Аланхо настоящим чудом. Каждое выступление буддийского иерарха народ слушал с нескрываемым интересом. Простую констатацию фактов Хамбо-лама умеет преподать и как шутку, и как назидание. Для чего наши датсаны стоят? Чтобы помогать людям. Не учить кого-то, не мучить кого-то, не заставлять кого-то и ни в коем случае не убеждать. Вы будете приходить в этот датсан, чтобы получать помощь. Круг задач буддийского храма был обрисован предельно ясно. Интересуется философией. Дай ему философию. Пришел человек в сомнениях, что ему делать. Дайте ему астрологический прогноз. Пришел человек больным. Дайте ему лекарства. Если у человека нет сна, аппетит в том подобии, если он находится в таком состоянии, что там, как мы говорим, сатана, дьявол или черти бегают вокруг него. Дайте ему тантру, дайте ему обряд очищения и тому подобное. Датсаны должны помогать людям. Помимо религиозного назначения, датсан будет нести функцию Центра бурятской национальной культуры, в котором предусмотрены занятия по бурятскому языку, проведение выставок и других культурно-просветительских мероприятий. Но главным останется служение. Но на будущее у меня мечта, чтобы летом, в теплое время, кто-то из Бурятии приезжал, давал лекции. У нас помещение позволяет, чтобы давать лекции, учения. И, наверное, в этом направлении мы тоже будем работать. Там, со временем, и чтобы и иглолечение было, и прижигание, там, и массажная комната, чтобы вот это было. Но еще кроме этого, астролог, само собой, да?
Хамбул-ама очень прямо ответил на вопрос о Валерии Пурбуевиче Даржиеве. Он сказал, что каждому, кто совершает духовный подвиг, уготованы этим миром испытания. От него могут отказаться все. Все его друзья, бывшие, все его коллеги. Но от него он не отказывается. Поэтому, исходя из этого, как говорил наш Тинисан, прародитель или возглавитель Могосланного Носова, не имейте крепкой воли, против крепости есть крепость. Не имейте сильной воли, потому что против силы есть сила, а имейте длинную. Что не сбылось сегодня, сбудется завтра. Что не исполнилось сейчас, исполнится в будущем. Якутский датсан открыл миру свои двери. И будет стоять еще многие сотни лет. Об этом вчера только мечтали. Буддийская вера в виде такого красивого дворца пришла на нашу якутскую землю, то мы буддисты, верующие, не только буряты, теперь защищены вот этой основополагающей буддийской религии. Величественный датсан города Якутска – это северный форпост буддийской цивилизации. И если сам Будда Шакьямуни многие тысячи лет назад простирал свой духовный взор на север, сила буддизма способна защитить своих апостолов. Ом тари ту, тари ту ре суха. Ом тари ту, тари ту ре суха. Северный форпост буддизма простоит еще столетия и всегда будет прочно ассоциироваться с ним Валерием Пурбуевичем Даржиевым. Его имя было у всех на устах. Валерия Пурбуевича, выходца из Бурятии, многие якутяне поддерживают безоговорочно. А ведь плохого человека никто, может быть, и не поддержали, правильно? Потому что человек интуитивно, видя поведение, видя действия, мог бы отречься, допустим, не знаю. А народ наш, который живет в городе Якутске, единогласно все поддержали Валерия Пурбуевича. Элементарный маленький пример. В то время Восточно-Сибирский технологический институт отправлял своих преподавателей для приемного экзамена. А армаду людей кто должен прокормить, обустроить? Это все просто негласно сразу на Валерия Пурбуевича ложилось. Он никогда ничего такого не сказал. Все, ну надо так надо. Я считаю, что я его знаю только правильным человеком, честным человеком. Глава Санхи Дамба Юшеев при личной встрече вручил депутату Народного Хурала Республики Бурятия Валерию Пурбуевичу Даржиеву медаль, посвященную 250-летию Института Хамбул-ам в России. Валерий Пурбуевич 30 лет отдал Якутии после окончания Восточно-Сибирского технологического института. Яркий пример из его молодости. Валерий Пурбуевич до сих пор дружит с простым сельским водителем. Когда-то в лютую стужу у этого сельского водителя заглохла машина на безлюдной трассе. Никто не останавливался. И когда шофер уже прощался с жизнью, остановился какой-то молодой парень, завел его машину и уехал, сказав на прощание «Привет из Бурятии». Этот водитель нашел Валерия Пурбуевича. А это был он, через 20 лет и со слезами на глазах показывал детей, которые не остались сиротами. За время работы в мэрии города Якутска Валерий Пурбуевич проявил себя как истинный патриот своей второй родины. При его участии, под его непосредственным руководством, на его личные средства строились и реконструировались спортивные сооружения. Жители Якутска благодарны Валерию Пурбуевичу за идею строительства Московской набережной. Можно
сказать, что во время работы Валерия Пурбуевича Доржиева в мэрии города были заложены принципы, позволившие буквально за 10 лет стать городу Якутску красивейшим городом России. О Якутском горумолзаводе, который Валерий Пурбуевич возглавлял долгое время, мы еще расскажем. Скажем лишь, что горумолзавод всегда был флагманом якутской пищевой промышленности. Сегодня заводом руководит Юрий Валерьевич Бабенко. В прошлом главный тренер сборной Якутии по боксу. Юрий Валерьевич с боксерской прямотой говорит, что с того момента, когда профильные федерации Якутска и потом уже республики возглавил Валерий Доржиев, якутский бокс вышел на качественно другой уровень. И тренерский коллектив, как говорится, увидел, что вот действительно руководитель, который и заинтересован, и может, как говорится, реализовывать замыслы. У нас все соревнования стали походить на соревнования. Что это такое? Это, во-первых, соревнования под духовой оркестр. Понимаете? То есть парад, выход, официально статусность соревнований стали все чувствовать. И участники соревнований, тренерский коллектив, судьи, зрители. В хороших местах проводить стали соревнования. Достойные призы. Потом уже, как говорится, стипендии лучшим пацанам. Боксеры Якутии тогда имели перед собой четкую и ясную цель. Это была настоящая команда в масштабах всей республики. У нас это получалось, развивать бокс в республике Саха-Якутия. И вот то, что было потом, и участие наших боксеров и в чемпионате Европы, и в играх доброй воли, чемпионаты мира, все оттуда, кубки мира, чемпионаты России, по два человека привозили чемпионов чемпионата России за раз, за один год. В общем, был результат по всем направлениям, был конкретный результат, о котором до сих пор вспоминают, и которые, не знаю, смогут ли когда-нибудь повторить. Именно в эпоху Валерия Пурбуевича Доржиева на весь боксерский мир зазвучали имена якутских бойцов. Дмитрий Федоров четырежды поднимался на пьедестал чемпионата страны. Раз был вторым, три раза был третьим. Афанасий Паскачин был чемпионом России. Раз был вторым, два раза был третьим. Это Георгий Балакшин. Тоже это величина, которая начала набирать обороты от первенство республики среди школьников и закончил олимпийской медалью в Пекине. Батов Анкеев. Строительству Доцана предшествовали очень яркие знамения. Первым знамением было, когда забили первую сваю. Именно в тот день одна якутско-немецкая семья вернулась из города Хармасала, Индия. И когда они шли по улице, сзади их остановил, монах постучал и передал сосуд. Ну, по-нашему, по-бурятски, бумба. Я видел это, там она с сопроводительной бумагой. Там, ну, компонент на тибетском все написано, компоненты. И интересно, что внизу написано, что это монастырь Джумет, тантрический монастырь, и подпись и печать настоятеля этого монастыря. И со словами этот монах передал, что в вашем суровом краю собирается строить храм. Откуда это знамя? Все удивительно. Священный сосуд зарыли с первой сваи. Вторым знамением была золотая статуя Будды, которую передал лично Далай-Лама. Мы эту статую золотой Будды вложили вот в эту статую золотой Будды. А где она должна быть? На уровне сердца внутри. Суров и величественен северный край, напитанный силой великой реки Лены. Суровы и тверды люди, живущие в этом краю. Но северяне умеют помнить добро и благородство. А жителям солнечной Бурятии нужно сконсолидироваться духом и сердцем, словом и делом, быть рядом с человеком длинной воли. Yeah.
Дойгеме, Дойне, Бема, Дойне,